Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я вот только что снимала видео, показывала, с каких томатов можно снимать семена, чтобы они были качественные, хорошие. И как раз показывала правову Путина, что с крупноплодных лучше снимать вот с самых-самых крупных. И сейчас как раз я покажу вам, сделаю такой небольшой обзор томата Вова Путин, потому что он нынче непредсказуемый. В каком смысле, я сейчас вам все расскажу. Но сначала несколько слов. Прошу вас, не надо, вот в прошлый раз после видеообзора Вова Путина было много комментариев такого политического характера. Люди все переругались, некоторых пришлось даже удалять, которые писали оскорбления в адрес президента, в адрес нашей страны. Прошу вас, не нужно вот на огородном сайте устраивать вот этих дебатов политических. Нам хватает этого по телевизору, тем более Вова Путин, название томата не в честь президента, вообще никакого отношения к президенту не имеет. Все. Конечно, в госреестре его нет. Это сорт любительской селекции. Я уже говорила об этом. Николай Александров, селекционер челябинский, назвал в честь своего друга детства. Еще раз говорю, президента давайте не будем трогать и будем говорить только о томатах. Томат прекрасный. В этом году он вообще повел себя непредсказуемо. Я сейчас расскажу, почему. Но коротко про характеристики сейчас. Он среднерослый, среднеспелый. Везде указан 1,5 метра. И в прошлом году он у меня такой и был. Цвет малиново-красный. Вот видите, он уже поспел такой. Да, он красный, немножко с малиновым оттенком. Формы могут быть круглые, могут быть вытянутые. И даже на одном и том же растении может быть разная форма. Вот видите, вот здесь у меня вот этот вот. Вот такой, как вытянутый. Вроде как даже сердцевидный. Этот более круглый, таким как гребешком. Но это объясняется тем, что многие объясняют тем, что сорт еще молодой, он не стабилизировался. И вы можете выбрать на семена любую, например, или такую форму, или такую. Все равно это будет Вова Путин. Он крупноплодный, вкус, конечно, прекрасный. Он, это тот самый томат, который мясистый, сахаристый. И что, вот я и говорю, что он непредсказуемый, он нынче у меня поспел вместе с ультраскороспелыми. Вот такие крупноплодные, у меня только буренькие висят, но не все еще спеют. А он, вот эти крупные, огромные, здоровые плоды начали краснеть в первую очередь. И еще, вот эти 1,5 метра заявленные, которые в прошлом году у меня были, у меня было 1,5 метра. Нынче он, вот смотрите, он уже дорос до 2-метровой отметки. И уже там сформировал, висят плоды. Вот, ну, там крыша теплицы, это вообще, я там редко когда оставляю какие-то томаты. И по всей длине, сейчас, подождите, поднимусь. Вот, вот это уровень, 1,70 м. Тут уже у него сформированные плоды. Блин, вот. Видите, где? Тоже под потолком где-то вот висят. Но эти еще не налитые, а те, которые налились... Такого огромного размера. Смотрите, вот моя ладонь, вот Вова Путин. Мне кажется, он даже уже не 400, уже 600 грамм. Ну, короче, в этом году Вова Путин дал. Ну, вот в предыдущем видео, к сожалению, я показывала, что во время посынкования я обрезала случайно нижнюю кисть, поэтому он у меня внизу тут в одном месте голенький. Но даже тех томатов, которые уже завязались, которые сформировались, мне будет достаточно. Вы смотрите, какие красавцы. Что вот так, раз, два, это третья кисть, огромный. Это четвертая кисть, тоже огромный. И там дальше идут тоже большие. И вот здесь, сейчас, где я сидела, сейчас я вернусь, мне даже пришлось немного общипывать, потому что это слишком много, он столько не вынесет. Вот видите, там, где вот такие огромные плоды, вот они, вот, вот. Я вот здесь сейчас прищипнула, потому что это уже слишком большой вес. Он уже вместе с колом заваливается в сторону. Я его уже привязала к железным металлоконструкциям теплицы. И еще в чем непредсказуемость. Есть ведь нижние кисти, вот они, которые только начинают зреть. Но первая поспела, вот здесь вот томат, который выше. Такого ни разу не видела. Те еще были как зеленые, а именно вот эта вот огромная помидорка начала спеть. Почему-то без очереди. Ну, томат непредсказуемый. Точно еще не это,
неустаканенный сорт, ведет себя как хочет. То он 1.5 метра, то он 2.5, то третья кисть начинает спеть первая, то первая. Все, что сказать про этот сорт? Вот видеообзор делаю. Вес плода 250-450, но, как опыт показывает, может вырасти и крупнее. Вкус, конечно, прекрасный, этот мясистый, сахаристый назначение, но, естественно, это салатовый. Это огромные такие помидоры, которые порезать в салат. Но когда вы его наедитесь, можно, конечно, и во все томатозаготовки. Обязательно подвязка, обязательно посынкование. Вот у меня в 2 ствола, но я уже говорила, повторюсь, в интернете везде пишут, что для получения крупных отборных плодов лучше всего в 1 ствол. Но я не знаю, куда уже крупнее, куда отборнее. У меня вот и в 2 ствола. Вот смотрите, какие томаты. Я потом, конечно, свешаю. Потом будет дегустация Вовы Путина. Я его и на зубок, и на вкус, и на запах попробую. Все вам расскажу. Но пока он меня радует. И вот одна зрительница тоже написала. В этом году, говорит, что-то странное. Вова Путин раньше скороспелых поспел томатов. И у меня точно так же. Все, вот это прекрасный красавец Вова Путин. Рекомендую, хотя сама 2-й год всего выращиваю. Жалко, что их в магазинах не продают. Мне самой подарили, прислали семена. Прям там 2 или 3 семечка буквально. Вот в прошлом году я разводила. Он у меня еще был как на испытании. Но он мне и в прошлом году понравился. А нынче я вообще в него влюбилась. Такой крупный, такой здоровый. И главное, что быстро у него все это происходит. Ну, лидер одним словом. Все, до свидания. Это Вова Путин.